Еще один момент к вопросу о 2012 году, в смысле, в 2020 году. Короче, ехал вчера на этом Мерседесике, отвез металлолом, возвращался назад, отпал глушитель. Вместо того, чтобы варить глушитель, я его взял и покрасил. Это он такой какой-то облезший, несчастный. В принципе, молодец такой, трудяжка. Почти ровесник мне и тому не могу. Это самое, поэтому красим винтажные мерседесы в натуральный цвет дорого. Все, всех еще раз с наступающим.